Вот, я, ребят, встал вот в таком местечке, да. Вот я хочу, ну, я еще думаю, проехать прямо. Блин, наверное, не самая лучшая идея. Итак, друзья, короче, ситуация следующая. Короче, мы скатались, посмотрели то, что я там просто вообще не смогу проехать никаким образом. Ну, может быть, и смогу, но, блин, оно того не стоит. Оно того не стоит, блин. Сейчас, короче, я там увидел, короче, березки. Сейчас мы попробуем проехать туда. Такое, знаете, видео, чистый такой вложик, да? Все, как бы, без всякого там, не знаю, без всякого какого-то смысла особого. Чисто, просто я катаюсь на мотоцикле, чисто выехал вот на природу, чисто еду за березовым соком вот попить, все. Вот, чисто вот так вот. Потому что пока так. Надо такие березы прям большие, чтобы были здоровые. Опа, нифига себе. Тут даже въезд есть. Ну, на грязевой резине, ребята, видим, как мотик идет. Просто даже не чувствуется. Он прям, смотрите, он прям вообще прям плывет. Он не то, что плывет. Прям так хорошо, ну, прям легко идет, короче. Вот здесь вот сейчас попробуем проехать. Опа, нифига себе, блин! А вот это трэш! Ни хрена себе там, блин, глубина была! Вообще трэшевая! А что, обратно пути уже, ребят, нету? Как бы можно развернуться, но вон они, березочки! Ни хрена себе, сколько снега накидало! Смотрите, вообще! Да, здесь прям нормальненько так. Можно утонуть, потом хрен его вытащишь из этой трясины. Ну, мы, короче, пробираемся. Мы с вами не ищем, блин. Блин, давай, 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 красавец. Давай, 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 давай. На задней подножке. Вот это да! Вот этот поворот! Ни хера себе! Смотрите, сколько снега! Я херю, дал ей джазу! Ни хрена себе здесь! Пацаны здесь, смотрите, сколько! Вот! Ни хера себе! Ни хрена себе! Вообще трэш! Вообще трэш! Вообще трэш! Так! Мне остается, короче, лишь единственный способ, пацаны. Так. Что же мне делать-то, блин? Это, ребята, мне что, короче, остается? Постараться выехать по своим же следам. Это выход из ситуации номер один. И второй выход из ситуации. Как добраться до березок? Видимо, там несколько берез таких больших. Не, ну здесь просто, ребят, нереально. Вот колено у меня уже, вот. Вот видим, да, колено. Как бы нереально проехать. Это если у меня удастся выехать вот хотя бы вот эти елочки проехать и попробовать по центру поля дать джазу, дать газу под джазовую музыку, да? Не, уже так интересно. Вот уже здесь снега практически нет, все. Здесь такая вот небольшая как бы грязь, но она островная, она даже не будет раскидываться. И все, я в принципе там. Действуем, пацаны. Действуем. Так, разворачиваем мотик. Разворачиваем мотик. И двигаемся вот в то направление,
Как всегда, сети нету. Как всегда, сети нет. Куда бы я ни поехал, ребята, у меня пропадает сеть. Абсолютно, куда бы я ни поехал. Так, ну что, давайте попробуем. Что тогда, блин? Опа! Давай же! Давай, мой хороший! Давай, братуха! Так, ну тут я мучиться не буду вперед, сейчас я заведу его. Девятая пара чем хороша? То, что мотоцикл как бы труднее уходит в пробуксовку. Труднее. На восьмой паре я бы просто открутил ручку, я бы зарылся бы мгновенно. Ну и все. Давайте попробуем дать джазу. Так, сразу вес сюда. Первую. На задней подножке вес. Ну и все, поехали. По следам, блин. Давай, братуха. Я встал, он потерял обороты. Блин, без экшена никогда не обходится. Что-то он потерял обороты вообще. Вообще трэш, пацаны. Вообще трешняк. У меня колесо уперлось на люльке в снег. Нихера себе, что с передним колесом. Я ж его только помыл, блин, мотик-то. Так, надо будет делать дорожку для колеса люльки. Блин, как печально. Хотя бы назад попробовать. Давай! Охереть, вот эта глубина. Охереть. 3-4. Фу. Я не заехал в свой след, блин. Теперь мне остается как бы набрать инерции, что ли. Странно, почему он потерял обороты-то? Давай! Вот это жесть. Почти выехал, ребят. Опять набрал здесь снега. А, уперся, короче, люлькой. Нихера, да тут вода, ребята, смотрите, что здесь. Охереть, какое болото я заехал. Вообще, бля, трешняк, а. Так, главное не паниковать. Чё, короче. Так, надо, чтобы люлька не упиралась в снег. Потому что причина, как говорится, остановки мотоцикла — это люлька. Не надо бы назад его маленько. Назад я уже сейчас его. Не, назад уже его не толкнешь.
Ну что, попробуем. Попробуем, пацаны. Нихера! Фу, бля! Что ж делать с тобой, родной, а? Надо назад срочно. Так, назад что мешается-то? Здесь вот еще мешается колесо. У меня ноги уже мокрые, блин. Вот правый ботинок не мокнет, а левый намок. Вообще трэш, бля. Вообще трэш. Давай, что? Крыло помял, ребят, смотрите. Это все фигня. Это жизнь Урала, непростая штука. О, чтобы он выехал в эту колею. Ну все, ребята, я считаю. Я считаю, то, что я уже выехал. Да, братан? Ну, почти. Почти, почти. Ну, как я сюда залетел, так это вообще прям легко. Так, первое. Вес назад. Вообще желательно вес вот сюда вот. Смотрите-ка, он встал прям. Давай, 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 братуха, братуха, налево, налево, налево. Налево, налево, налево. Рули, 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 братан. Вот здесь я пролетел. Фу. Вообще весь, ребята, вспотел, как будто переколол, блин, машину дров. Ну, как будто жара на улице, блин. Градусов 40. Вообще трешняк. Еще бы здесь пролететь, а? Давай, 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 Уральчик. Опа, ребята. Вот это трэш. Я вот здесь прям пролетел, даже не почувствовал эту лужу. Вообще кайф. Ну и посередине поля остается...